И, собственно, начинается с того, что мы переходим на 5-6-7-8 и на 8 счет делаем шаг с левой ноги. При этом правую пододвигаем ее к себе и ставим чуть-чуть сзади. Корпус опускается вниз, руки через полукруг, крест также вниз. 5-6-7-8. И на И мы с вами раскрываемся. То есть делаем снова правой ногой шаг назад, опора уходит на нее, раскрываем руки в стороны, ладони свободны. И сами делаем небольшую волну телом, после чего закрываем руки за собой и два раза киваем головой на звук Е-Е. 5, 6, 7, 8 и раз, два, Е-Е. Дальше мы с вами постояли и на четвертый счет пододвигаем ногу к себе. Вместе с этим руки работают вдоль корпуса через две. 4. И мы в шестую левую диагональ. Делаем шаг в правую диагональ, а потом снова делаем левую. Ба-ба-ба-ба. Вместе с этим руки идут за голову, мягко очерчиваю ее. И дальше сбрасываются два раза. Пам-пам. Сначала сверху, потом чуть-чуть вниз. Еще раз. Мы собрались на 4. Делаем 5, 6 и... Снова шаг в диагональ на седьмой счет. И мы с вами собираем руки около себя в кулаки. Дальше на восьмой счет мы должны с вами сделать два шага. Чуть-чуть левой ногой просто отступаем. Дальше даем опору на правую и скидываем левую через разворот. Па-бам. Подставляем на первый счет. На восьмой счет также у нас будет работать рука. То есть левая спокойная и правая делает замах. И останавливается на первый счет около головы. То есть у нас было 7 и мы делаем 8 и раз. Левая рука на базе. Мы с вами сделали также небольшую волну у нас, корпус в диагонали. И мы снова делаем отмашку два раза. У нас снова Е-Е. И на четвертый счет мы с вами собираемся. То есть у ребят идет перестановка, мы с вами делаем либо небольшой прыжок назад, либо просто разворачиваемся. Еще раз соединим все это вместе. Сделаем 5, 6, 7, 8 и раз, 2, Е-Е, 4, 5, 6 и 7 и 8 и Е-Е. И дальше 4. Затем мы делаем 2 шага назад, то есть первый идет с правой ноги, и мы подпрыгиваем, тоже подставляем ногу, снова оставляем ногу правую, но уже не делаем шаг, а отставляем ее в правую сторону и будем пододвигаться к ней. Вместе с этим работают руки. Мы с вами, как только остановились, руки сводятся у левой стороны тела, правая около головы, и скользят друг по другу. И когда мы делаем прыжок, мы с вами правую оставляем в диагональ, левую кладем на мах, бабам. И снова делаем шаг, проскользили, и нога уходит вправо, и рука скидывается в диагональ. Левая кладу сверху боку, вот просто на базе. И мы с вами продвигаемся, да, на восьмой счет. 8. На. И у нас идет прокрут рука какого-то один, какого-то два. И через него мы с вами уходим в диагональ телом. И по вам делаем волну снова. Рука на боку. А правая рука около головы в раскрытом положении, как она уже была. Дальше мы с вами два счета находимся в таком положении. И на третьем мы падаем вниз. И вне зависимости от стороны, кто-то влево, кто-то вправо, у парней это абсолютно по-разному. Мы так падаем на 3, и на четвертый счет бьем в сторону плечом, 4. Далее нам нужно перейти. Как мы это делаем? Мы с вами делаем призванное количество шагов, то есть это около 3 или 4, парни делают по-разному. Переходим, и вместе с ним работают руки через крест внизу, и когда мы подошли, у нас идет две отмашки руками. Опять вверх, вниз. Еще раз. У нас было 3, 4. Па-ба, па-ба. Отлично. Далее мы с вами сразу опускаем руки вниз. И у нас идет замах рукой. Мы сначала представляем ее к плечу, затем тут же скидываем и возвращаем на место, но уже в таком положении идет у нас кисть. И далее все просто. Мы с вами делаем замах ногой два раза. Раз через круг. И два через круг ставим ее на место. Потом снова партия центрального парня. И мы делаем отмашку рукой. Кладем ее снова к голове. Вместе с этим, когда рука уходит вниз, у нас скидывается левая нога.
да, да, и задвигается обратно. И дальше по словам саварана, саварана, мы снова ведем через крест руками по очереди. Соберем все это вместе. 5, 6, 7, 8 и раз, 2, е, 4, 5, 6 и 7, и 8, и е, 4.